Все, камера, мотор, поехали. Привет. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я с Республики Марий Эл, город Звенигово. До Oriflame я был сварщиком работал. А сейчас работаю в Oriflame. А как ты в Oriflame пришел? В Oriflame пришел из-за денег. Бизнес. Это же не мужской бизнес, Лёш. Раньше я тоже так думал, что это не мужской. Но увидел это все и поверил. А как ты увидел? Кто тебе помог это увидеть? Ну, ездил на всякие мероприятия, увидел, как другие сколько зарабатывают. Там это, ну, большие деньги зарабатывают. Там. Какие у тебя цели в Oriflame? Стать директором. Это как ближайшая цель, да? Когда станешь директором? В этом или в следующем начале году. Отлично. Пожелай что-нибудь нашим зрителям, особенно парням, мужчинам, которые вот сомневаются, не верят. Какое-то наставление вот свое. Всем советую. Сейчас я в Шарм-эль-Шейхе на бесплатной конференции, на 3 дня. Сидим, ждем самолет. Всем советую. Мужики. Мужики, всем советую. Здесь очень круто, и Oriflame это очень круто. Спасибо тебе. Спасибо тебе огромное. Алексей, успехов и до встречи в Турции. Ага. Пока, да. Счастливо. Супер.